Добрый день, друзья! Вот, отгремел уже фестиваль бесконечной рекреабельности, но начинается лето и гряда событий, посвященным каким-то компьютерным играм, в самом разгаре. Скоро состоятся крупнейшие игровые выставки, ну а пока мы с вами посмотрим на Cerebral Puzzle Showcase и начнем с игр, посвященных пазлом на программирование. И первой игрой у нас будет демка игры Rebots. Давайте посмотрим, что она может предложить. Давайте возьмем имя файла. Не знаю, какое оно взять. Имя файла. Пусть будет Grumpycat. Котиков я тут не вижу. Кого-нибудь. Есть клубничка. Ну, давайте так. Подтвердить. Да, давайте начнем с обучения. Greetings, fellow employer. Thanks for joining the Rebots Corp Climate Forming Venture Project. On your journey, you will encounter all manner of adventure, experience local cuisine, tame the wildlife, and take in the sights. Will you become Employee of the Year? Start climate forming today. We hope we see progress. We hope you enjoy your visit. Приветствуем, работник 614902. Добро пожаловать на ваш первый путь в корпорации Rebots. Ну, на вашем рабочем месте мы надеемся, что наши работники найдут уже богатое окружение и смогут помочь инопланетянам найти дом мечты. Используя нашу первоклассные технологии роботов, мы будем создавать идеальное окружение для наших посетителей. Мы надеемся, что вы запомнили все 285 правил эффективности. И правило номер один говорит, что посетитель всегда... Внимание! Мы прибываем уже в ближайшее время на нашу точку назначения, сектор Far Away. Интервью далеко прочь ото всех. Подготовьтесь отправиться в модуль приземления. Пожалуйста, выберите предпочтительный метод приземления. Ручное приземление. Парковка под руководством космопорта. Либо пусть у нас автопилот корабля. Уже всем занимается. Ну, пусть спейспорт. А, ищем. Не нашли луч ведущий. С этого возвращаемся. Лучше что-нибудь сделать. Ну, возьмем тогда колесо. Я штурвал свои руки. Это не работает. Упс. Кажется, посадочка будет тяжелой. Буньк. Все, game over. А нет, смотри-ка, мы живы. Эй, вот ты где. Мне нужно с тобой поговорить. Это была довольно жесткая посадка. С тобой все в порядке? О чем, моя рука и должна быть вот такой вот? Да, так и должна называться. Я никогда не видел ваш вид ранее. Возможно, так и нормально. Я рад, что ты вот дерешься бодрячком, но ты выглядишь немножко потрясенным. Давай я тебе немножко расскажу, собственно, кратко, зачем ты здесь. Тебя наняли в корпорацию Rebots и назначили на этот сектор в качестве работера. Обычно
ты ожидает, что ты будешь работать на свое собственное удовольствие, но... Но... В общем, все это место... Из-за твоих посадки все пошло... В крахом. К сожалению... Твой корабль, этот Beyond Seven, уже не подлежит восстановлению, но мы превратим это в офис, поэтому не все потеряно. Ты представил также остальную команду космопорта. Вот у нас королева Тако, местный босс. Она мрачнее, чем когда-либо, и хотела бы поговорить с тобой по поводу починки космопорта. Вот у нас гроб-обсерватория. Местная забегаловка. Лучшее место, чтобы посмотреть на возможности работы. Тоже получил урон от приземления, но Базиль тяжело изо всех сил работает, чтобы принимать ее гостей. Потом можем исследовать. Можешь исследовать наш скромный космопорт. Если пойти немножко вниз, то там можно найти все различные вещи исследовать. В общем, если ты поможешь местным, возможно, они смогут улучшить это место. Меня зовут Себастьян. Я предыдущий роботер, который был назначен на это место. И прежде чем мы пойдем, есть кое-что, что я хочу знать. Какова твоя цель здесь, корпорация Ребот? Я хочу стать генеральным директором. Я хочу построить собственную виллу на астероидах. Я хочу помочь всем людям здесь, у порта. Я хочу быть богатым. Или я просто хочу расслабиться. Давайте выберем альтруистичный вариант. О, этот порт. О, как мой собственный дом. Зная, что ты позаботишься о нем, согревает мое сердце. Это место как-то увидало, даже до твоего до твоей аварии, ничто не сделает меня счастливее, чем видеть, как оно расцветает. Я рад, что ты здесь новичок, что сюда пришел. Прежде чем ты начнешь работать, я хочу показать тебе веревки. Поэтому пойдем со мной. Веревки. Это та самая комната для удовольствий. А какое стоп-слово? Так, добро пожаловать на твой первый день на работе в корпорации Ребоц. О, окей, я могу ходить. Мы работаем на местном поясе астероидов, что сам себе является частью области, известной как сектор далеко от всех остальных. Твоя задача — создать чудесные домики для инопланетян всех форм жизни. Доставка домов, установка климата, постройка зданий, home deliveries — это уже всяких товаров и прочего. Все это у нас такие работы в нашей Robot Technology. Но я беспокоюсь по поводу этого вот той аварии. Постарайся пройти немного, чтобы убедиться, что со всеми все хорошо. Окей, двигаемся. Так, окей, выполнено. Мы можем Shift удерживать, чтобы бегать быстрее. На пробел можем прыгать. И можем поговорить. Прицелься на ВМИ. Окей, мы повысили свой ранг. О, понятно. Так, теперь надо принести две палочки к почте. Так, теперь давай тебе. Ты прям развиваешься, как рождественское дерево. И продолжим с твоими инструментами. Первый — это твой сканер. Укажи его на вещи, чтобы о них больше узнать. Затем есть инструмент под названием Реука. Используй его, чтобы добывать ресурсы и подбирать их. Постарайся использовать их на дерево вон там. Окей, открываем колесо, убираем сканер, смотрим,
Понимаем, что это сосновое дерево. Высокое дерево, которое производит шишки. Может, может вырастить фрукт, только если какая-то мушка оплодотворила дерево. Температура от минус 25 до 40. Нужно 250, более 250 углекислого газа, чтобы выращивать цветки и выжить. Не выживет, если загрязнение будет выше 50. Окей. Теперь давайте залежь карбона. Залежь карбона у нас где? Она показывает. Смотрим. Окей. Залежь кристаллов. Содержит депозиты. Окей. Теперь снова тебя. Q. И нам дали Руку. Давайте. Палка. Подобрали. Я могу несколько палок подобрать? Не. Блин. Окей. Так, мы получили новый ранг, нам новое доступно. Отлично, наши клиенты хотят много палок. И собрать их рукой, ну, как бы, слишком муторно. Поэтому у нас есть реботы. Это гордость нашей корпорации. Реботы — это наполовину оснащенный интеллектом создания, которые помогают нам создавать дома для инопланетян. Но в основной своей базе это работники. Их работа — выполнять ручные задачи, как перенеси, срежь, добудь. Заспавни одного из с помощью спавнера. Делай это с помощью палочки и принеси ее. Так, Q. Спавнер. Так, выйди на области, заспавнить работника. Спамся. Бжик. Используем контроллер, чтобы раздавать команды нашим работникам. Это. Смотрим. Ты. Смотри. Здесь палка. Палку видишь? Палка. Ты. Правой кнопкой. Палка. Подбирать. Пошел. Подобрал. А дальше смотри. Туда нести. Окей. Нас повышают. О, полезные маленькие роботы. Не так ли? Но будет проще, если тебе не нужно будет им раздавать команды вручную. Собственно, поэтому здесь и есть надзиратели. Они умнее, чем работники, и могут рассказать им, что нужно делать. Давайте заспавним одного супервизора. И назначим его, чтобы добывал и собирал. Затем передвинем его к ресурсам, куда-то залишь. Все ближайшие работники поймут подсказку и начнут добывать. Окей, берем спавнер. Открываем спавнер, выбираем, что нужен экстрактор. Командует работникам собирать и ронять предметы. Так, ты. Ты что должен делать? Ты собирай. Давай сперва в каком кратке. Добывай, собирай. В зоне можем увеличить зону. Да, вот в ближайшей зоне. Все. Выбираем тело. Вот у него есть голова. Тело. Так, смотри. Сюда иди. Так, ты. Его слушай.
Пошло время для последнего шага. Я уверен. Я верю. Точнее, что ты готов. Я хочу, чтобы ты принес всю руду к нашему клиенту, используя наших роботов. Доктор Таро уже назначен, чтобы командовать работником собирать вещи. Давайте используем контролер, чтобы снять экстрактора с нашим почтовым ящиком. Работники будут следовать за связью. Давайте. Голова. Пункт. Голова. Так. Свяжись. Давать. Бери. Туда относить. Окей. Так, что, ты продолжишь работать? Так, но мы можем видеть, что доставив один раз, он больше ничего не делает. Давай посмотрим. Целимся на тебя. Пунк. И связываемся с экстрактором. Пунк. Вот, мы должны создать двустороннюю связь. Типа говорит, ты сюда доставил, а дальше иди туда. Используя наши инструменты, чтобы завершить нашу цель. Наша задача доставить 10 кристаллов. У нас вот он один есть, работает. Пусть себе и работает. Но мы же можем заспавнить... Кого? Еще одного работника? Это будет стоить нам 5 энергии. Энергия у нас есть. Все. Окей. Пока мы будем сканировать, пока они работают, у нас работник. Милый, но не очень умный. Должен быть проинструктирован роботом-супервизором. Работники получают инструкцию от большинства супервизоров, когда размещены в круге воздействия. Все добывают, несут. Все принесли. Отлично. Каждый заспавленный ребот занимает часть нашей энергии бюджета. Мы не же можем заспавнить бесконечное количество. Чтобы вернуть обратно энергию, нужно будет переработать роботов. Давайте начнем с экстрактора. Нажимаем инструмент, выбираем спаунер, отпускаем Q, выбираем кнопку переработать. Бжж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 
ну, это необходимая часть обучения. Поздравляем! Ты прошел финальный тест! Давайте поприветствуем нашего клиента на их абсолютно новом астероиде. Открой кодекс и нажми кнопку «Добро пожаловать». Тап. Странный запрос. Поприветствовать инопланетянина. Окей. Подожди, пока приземлится инопланетянин. А чё у нас под землей приземлился? Вы создали дом для этого инопланетянина? Разве не прекрасно себя чувствуете после этого? Конечно, быть роботёром это намного более. То, что ты сейчас проделал, это только самое начало. Окей. Приветики. Вау, какое милое место, говорит Роберт Великий. Спасибо, что сделал его таким классным. Оно немножко маленькое, конечно, в конце концов. Это, в принципе, все, что мне и нужно. Теперь ты являешься официальным работником корпорации Rebots. Ты готов отправиться в космос и заставить этот пояс астероидов соответствовать твоим мечтам. Или, точнее, мечтам твоих клиентов. Не забывай это. Направляйся к космопорту, пусть твое приключение начнется. И, пожалуйста, не разрушь космоавтобус. Подожди. У меня же это есть. Бжж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 
Он как человек, только словом какашка. И мне сложно сейчас подобрать что-то подходящее, но...
можем просканировать эти инструменты, чтобы получить описание. И в дальнейшем, когда мы просто нажмем, их надо заново сканировать. Маскирует, но только можем увидеть что-то, что мы еще не просканировали. О, тебя мы не просканировали. Оно желтенькое же. Так, это хаулер. Передает, перемещает ресурсы между астероидами. Окей, сюда можно 20 ресурсов погрузить. Так может мы это погрузим сюда ресурсы? Или нет? Наверное, не будем. Все, начните свое приключение, говорят. Закрываем. Как же пристегнуться? Я думаю, мы сами сняли. Вот, сканируй, будешь получать информацию о всяком. Это понятно. Окей. Сейчас, когда мы вернулись, вы свободны делать то, что вы хотите. Но для начала я предположу, что следует поговорить с Тако. Понять, как идут моменты восстановления. Ой, там какой-то глазастый. Все также принять новые контракты из обсерватории. Мы здесь, чтобы в конце концов заработать местные глипсы. Чем больше мы делаем, тем дальше мы будем забираться по корпоративной лестнице, что позволит разблокировать новые перки и реботов. Вот, собственно, вот и все. Если я тебе понадоблюсь, я буду в порту. Есть офис. Можно расслабиться в обсерватории, можно закупиться и можно взять различные апгрейды. А сейчас надо поговорить с Тако. Здесь мы будем... О, здравствуй. Космокотик. Приветики. Привет, чувак. Первый раз в порту? Ну давай уже. Еще не вызвал проблем никаких, а? Да, вызвал, конечно. Не видишь ли? Вон мой корабль тут все повредил. Я хоть как-то живым остался. Так, это гробсерватория. О чем написано у нас вот здесь. Ну, сперва давайте поговорим с Тако. Ой. Здравствуйте, Ваше Величество. О, я узнаю эту шапку. Ты должна быть последний нанятый. Из корпорации Реботы. О, как раз вовремя ты прибыл. Хм. Я старшая Тако. Самая старейшая из импов. Что означает, что я ответственна за безопасность каждого. Что шло хорошо до тех пор, пока ты не обрушил свой крутой корабль на нашу... гору с космопортом. А, такой паники тут давно не было, с того как момента, как Диско украл вывеску гробсерватории. Базиль почти в обморок упал. Вы, роботеры, должно быть, любите делать беспорядок. Вместе не оставлять все, чтобы разгребала старейшая Тако, да? Не так ли? А теперь... Ты либо помогаешь все убрать, это беспорядок, либо уходи и никогда не возвращайся. Я помогу восстроить космопорт. Ничего из этого мою вину не признаю. Я не виновен. Это все ваша проблема. Ты морщинистая старая крыса. Да помогу я вам, помогу. Слова дешевы, роботер. Действие, вот что имеет значение. Ты сказал, ты хочешь помочь? Тогда докажи. Это вот такой космопорт не принимали уже очень долго. Нам нужно восстановить его, так сделать его великим, каким он был когда-то давно. Начни с помощи местным. Они... На них наиболее всего повлияло весь этот беспорядок. Ну, до следующего раза. Так, нам доступно
услуги. Можем теперь просьбы. Если у них восклицательный знак, то есть какая-то просьба, можно взять. Вот, и можем ее завершить. В дальнейшем, когда мы завершаем просьбы, мы получаем денежку и опыт. Окейушки. Я пойду. Вот, она дала мне задание помочь одному из просящих помощь. Вот, например, вы, мадам. Так, твои глаза здесь или выше? Приветики. Есть время для Тревора, а? Тревор не был там. Да, конечно. Тревор известный музыкант, но в последнее время у него не хватает вдохновения. Он, значит, перемещается от одного астероида к другому, преследуя звуки, но они не идут, не приходят. Возможно, Тревору нужно где-то засесть, поселиться, расслабиться. Работёры же ведь это делают, да? Создание домов для отчаявшихся инопланетян. Да, давай сделаем музыку. О, астероид должен быть теплым, чтобы приносить те звуки. И Тревор хочет, чтобы кристаллы украшали место. Те, которые называются ша-шан. Или может быть, типа как шум. Шау-вам. Как бы то ни было, Тревор хочет несколько вот кристаллов, чтобы было. Окей. Найти ненаселенный астероид, доставить 18 кристаллов. Окей, а ты что хочешь, малыш? О, это пыльная старая шапка и старая уже винтажная униформа. Возможно, ты местный работёр. Ну да, это я. А, благослови меня, борода папы. Это ведь тот ответ, который я и хотел услышать. А теперь слушай. Есть мечта, о которой я мечтал с тех пор, как был еще малым парнем. В общем, фабрики лежат до горизонта. Дым затмевает и создает смог. Загрязнение. Рай загрязнения. Создает революцию в обществе пуплов. И... делает меня очень-очень богатым. Ультимативный бизнес. Империя метана. Я могу управлять логистикой, но мне нужен кто-то с практическими знаниями, чтобы заложить фундамент. Не могу ты помочь мне найти подходящий астероид, а? Для моей мечты. Окей, давай запишем это все в историю. Окей. В общем, сейчас ты мой лучше подчиненный. Найди мне какой-нибудь подходящий астероид. А что значит подходящий? Ну, тебе решать. И доставь мне связку грибов. Мне нужно немножко перекусить и продумать все это, пока я настраиваю бизнес. Окей. Мы еще. Так. И чё, всё хорошо, маэстро? Да так, просто проверяем. Окей, продолжай в том же духе. Так, можем с тобой поговорить? Так, там у нас что-то светится. Чё у нас там светится? Ей, распрыжечка. Так, у тебя есть квест. О, так вот она, звезда. Хочешь ли ты принять участие в возможности, которая дается только один раз в жизни? Ну, я в деле. Замечательно. Директор сектора Стив. Раньше я видел, как ты разблокировал инструмент сканирования. И так получилось, что я тот робот, который мог бы использовать твой потенциал и оборудование.
Я был сюда отправлен корпорацией Rebots, чтобы отсканировать все местные ресурсы, но... Ну... Я очень занятый робот. Важно, понимаешь? У меня в конце концов есть какие-то встречи, бумаги надо подписать. Но тут идеи думать, почему бы не разделить работу между нами? И каждый делал то, в чем он является лучшим. А что ты скажешь насчет того, чтобы заработать немножко добытных деньжат, а? Звездный помощник. Ну окей, я подпишусь в этом. Отлично. Путешествие покроет пылью мой замечательный костюм. Поэтому давай скажем, что ты будешь заниматься сканированием, а я здесь подожду и буду генерировать новые идеи. Мне кажется, справедливая сделка, которую когда-либо мог увидеть робот. Чтобы начать, нам нужно провести базовое сканирование, найти какие ресурсы в этой области космоса. Давай скажем, что ты вернешься ко мне, когда ты просканируешь 20 различных ресурсов. Как только они откроются в музее ресурсов. Твое сканирование станет видимо для всех. Это вот будет отдельный бонус. Так. Сейчас. А можно назад? Что-то мы там показали. Так, можем подняться. Можем путешествовать по Солнечной системе. А тут надо еще куда-то где-то водить. Чтобы что-то... А, это какая-то ручка. Мы какую-то ручку будем вращать. Зачем? Непонятно. Ладно. Давайте вернемся обратно. Ой, мистер. Здрасте. Ты слышал последние слухи? Говоришь, какой-то безумный им где-то здесь, который строит оружие массового уничтожения. Это же безумно. О, приветики. Приветствую. Друга ученого. Имя мое Рафла. Лучше тебе запомнить его. Я буду когда-нибудь знаменитым ученым. Я тут на экспедиции по изучению местного пояса астероидов. Из-за своей изолированной природы этой области, области космоса, у меня есть гипотеза, что некоторые местные астероиды могут быть раньше, чем был вот этот великий взрыв. Может это представить, а, друг ученый? Если моя теория верна, то будут великие научные открытия. Нас здесь ждут. Будут нас здесь ждут. Мой перевод, конечно, замечательный. И поэтому мой порыв станет известным. Ну, что скажешь? Ты желаешь помочь мне в моей экспедиции? Вперед к исследованиям! Во, просто замечательно, друг ученый. Чтобы начать, давайте пообыщем этот поезд астероидов в поисках реликвий и других захватывающих артефактов. Большинство астероидов обычно что-то там лежит такое. Ну, я в сообществе ученых, мы называем это... исследофакты, наверное, так. Иногда это какие-то древние сундуки или какие-то зловещие технологии, но это также может быть связка денег или какие-то ящики, оставленные инопланетянами. Поэтому отправляйся в экспедиции и найди что-нибудь. Окей. Находить всякое интересное я люблю. Надеюсь, вы тоже любите. А мы давайте уже... Мы с большинством поговорили, с кем не поговорили, то окей. О, Китя улеглась. Так, с тобой поговорили? Там вдалеке что-то пока недоступное. Это наш
Зачем нам эта вещь, непонятно. Отправляемся. Добро пожаловать в сектор далеко от оси. Чтобы выполнить работу и посетить клиентов, нам нужно исследовать и найти подходящий отличный астероид. Астероиды группируются вместе, то, что называется созвездиями. Пока они не исследованы, мы должны оплатить взнос, чтобы настроить маршрут путешествия. Убедитесь, что вы исследовали во всех направлениях. В зависимости от того, как близко мы к Солнцу, у астероидов будут различные климаты и ресурсы. Покупаем целое созвездие и идем исследовать. Окей, нацелься на созвездие. Так, здесь есть загрязнение 0, есть какая-то новая работа. Боже, тут есть новая работа. Стопэ. Я отказываюсь. Давайте пока здесь приземлимся. У нас тут работа еще есть. Мы не всю работу приняли. Оказывается. Зачем нам приземлиться? Уходить? Если кому-то еще нужна помощь. Мы можем сразу принять все квесты. А потом уже уйти. Так. Какая у вас тут очередь? Кому из вас нужна помощь? Признавайтесь. Так, у вас знаки вопроса нужные. У королевы нужные. Может быть, здесь? Окей. Здрасте. Ну, если что-нибудь, чем я могу помочь. Есть проблема с работой. Мои работники хорошо не работают. Да не, все в порядке, в целом. В целом-то все в порядке. Можем открыть кодекс. Необитаемый астероид 18 карбона и 15 грибов. Окей, плюс помочь одному исследовать 3 астероида, просканировать 20 вещей. И открыть 3 уникальных каких-то исследуемые вещи. Говорят, кому-то еще можно помочь. А кому? Кто видит летающие восклицательные знаки над головой? У кого? Давайте попробуем быстренько пробежаться. Убедимся, что мы ничего не забыли. А если мы что и забыли, то я думаю, ничего страшного. Мы потом можем вернуться. И мы обязательно вернемся, чтобы сдать выполненное. Что это у вас тут? А, Кашимпа. Мы направляемся к космопорту. Диск говорит, это лучшее место, где можем продать наши фрукты и быстро разбогатеть. Хуйня только говорит, что космопорт будет иметь те части, которые нам нужны, чтобы завершить его луч смерти и управлять галактикой. Я не думаю, что кузина только продаст много фруктов. Молка. Окей, мы нашли как раз спрятанное место импов. Именно его нам и надо искать. Считается ли это как один из трех, которые нам нужно найти? Я не знаю. Укол. Зачем тебе на голове туалетная бумага? Возможно, ты считаешь себя таким модным. Так, вам вроде ничего не надо. Во, я нашел тебя. Маленькая желтая капелька. О, привет тебе, космический друг. Так это уже уставал от необходимости посетить большое количество астероидов, чтобы найти то, что ты хочешь? Не было бы лучше, если бы ты мог просто купить что угодно у космопорте. Я с друзьями хотим тут магазинчики обустроить, но нам нужна помощь того, у кого есть корабль, чтобы начать. Кого-то вроде тебя. Ты в деле? Я обещаю, ты не пожалеешь. Мы даже дадим тебе постоянную скидку. Да, можешь на меня рассчитывать. Замечательно. Тогда буду искать сотрудничество с тобой. Моя семья всегда говорит, что управление магазином — это... Установка магазина — это невозможная мечта,
Поэтому я рад, что кто-то мне верит. Чтобы начать, нам нужно сперва накопить достаточное количество фруктов. Оставь их в своем хаулере. Как только ты прибудешь в космопорт, поговори со мной. Мы позаботимся об остальном. Слушай, так ты же Диско. Ты там где-то луч смерти собираешь, я же знаю. Где я там твой луч смерти? Показывай. А могу его сдать властям? Или он пока ничего не сделал? Не хотелось бы, чтобы это милое место взлетело на воздух. Так. Натсон Дойл. Масло. Шурупчики. У вас кому-нибудь помощь нужна? Что у вас тут? Какие-то холодильники. Это холодильник, какая-то кнопочка. О, тут есть различные этажи. Отлично. Наверх, пожалуйста. Может быть, тут нужна кому-нибудь моя помощь? А мы прошли сюда обратно в офис. Ладно. Мне кажется, теперь мы уже получили квесты ото всех. И поэтому можем возвращаться и искать подходящий астероид. Давайте пойдем на свой корабль. Получать квесты, конечно, забавно. Но надо и делом заниматься. Давайте нацелимся. За 7500. За 2500. Какой-то атом. Здесь тоже 7500. Их тут 4. 10500. Пофу. 5000. 7500. Давайте из ближайших. Есть Берри. Берри значит ягода. Скорпион. Скорпион, атом. Так, рак. Ну и начнем с рака, раз нам его сразу показывали. Так, что у нас? Сосновое дерево, что-то еще. Эффект парниковый. И у нас диоксида карбона довольно много. Нам что хотели? По окну камыш написано исследовать. Что-то как-то не исследовать. А, еще одна вещь говорит. Обычно должен приземлиться на астероид, чтобы посмотреть, что на нем находится. Но если ты можешь просканировать ресурсы, ты можешь получить доступ к данным из космоса. Но сперва, видимо, их надо просканировать. Так, CO2. CO2 здесь. Ну, с кого начнем? С Мега-8? Давайте с Мега-8 мы начнем. Отцентруем ее. Поправились. Будет ли здесь, как в No Man's Sky, миллионы и миллионы новых планет? Я не знаю. Нужно ли это здесь? Я тоже не знаю. Нужно здесь строить производственные цепочки. Так, помни, что у тебя есть хаулер. Ты можешь использовать его, чтобы привить ресурсы от одного астероида к другому. Так, приветики. Чтобы завершить задачу диска, тебе нужно погрузить на несколько ресурсов. Так, постараюсь с ним расправиться. А, он позади корабля, можем его на выгрузку или погрузку надо заложить. Окей. Ты. Ты. Погружать. Погружать в контейнер 1, есть контейнер 2. А пусть все погружают. А куда погружают, пока не ясно. Ладно, отставить. Давайте пока посмотрим на сканер. Просканируем. Это у нас что?
Это у нас яйцо сосущей мухи. Это у нас шишка. Шишка, органический ресурс. Ты сосущая муха. Иди сюда. Да. Маленькая милая мушка, которая помогает растениям выращивать фрукты. И а где нам эти фрукты? Так, ты грибы. Да, грибы, органический ресурс. Обычный старый гриб. Ты. Камыш? Чё он говорит? Да, производит богбины. Так. Окей. Там какая-то хижина есть. Что у нас здесь? Мейлбокс. Так, можем позвонить. Ты готов двигаться куда-нибудь еще? Да нет. Окей, позвони, когда будешь готов. Ну, мы пока не готовы. Так. Давайте пробуем найти задачи. Работы. Контракты. Так, 18 карбоновых кристаллов. И вот 15 грибов. Грибов тут полно. Я думаю, товарищу с грибами это понравится. Значит, что нам надо? Ну, вот вспомнить спаунер. Спаунер мы выбираем. Экстрактор. Ставим экстрактор возле грибов. Где-нибудь здесь. Есть. Выбираем работника. Спавним двух работников для начала. Вот, они находятся в зоне. Теперь переключаемся к контроллеру. Говорим «ты». Давай мы тебя настроим. Значит, нам что надо? Нам надо собирать и переносить. Срезать же их. Пусть срезают тогда. Давай тогда порядку. Срезали, перенесли. Во. Теперь. Нет, утек. Давай тебя свяжем с тобой. Тебя свяжем с тобой. Все. Они связаны. Давай посмотрим. А, давай скажем так. Угу. Да. Собирайте. О, больше площади. Нет? Так, вот мы тебе говорим, куда двигаться, да? Так, мы тебе говорим, куда двигаться. Давай тогда тебя попробуем перенастроить. Выбери задачу. Можно оптимизировать, выбрать несколько задач в одном. Дроп. Бросить. Добывать. Собирать. Как бы, наверное, надо срезать и собирать. Так, что он не хочет? Ти. Не хочет.
Почему он не хочет? Надо его тоже настроить. Так, это не то. Это не то. Давай подумаем, как надо заставить тебя работать. А, ну еще одного спавнили. Отлично. Так, а вот он причем взял? Окей. Так, ты взял, ты неси. Относи все, вот в mailbox. А, у нас связь потерялась. Давай настроим. Во, вот он молодец. А ты еще не молодец. Почему вот он начал слушаться, а эти двое не хотят? Кошмар, слушайте. Чего он не хочет его слушаться? Знаешь что? Если не хочешь его слушаться, я же это. У меня есть универсальное решение. Те, кто не слушается, брюньк, мы распыляем обратно. Возможно, у них какой-то баг произошел. Тогда мы заспауним снова тебя. Вот, вот новенький у нас. Стали работать. Так, что у нас там по работам? 15 грибов надо доставить. 11. 12. Так, хотим мы здесь где-то обойти и просканировать все остальное. Окей, тебя нашли. Что это? О, это электронные части. Оставшиеся некоторые электронные девайсы можно превратить в основные материалы с помощью сепаратора. И пока они там носят. Надо было давно так заставить их носить. Давайте посмотрим, что это такое. Какой-то домик. Заброшенное здание. Ага. Рядом с заброшенным зданием у нас есть кэш. А в кэше есть нэшинг. Я им всем покажу. С моим новым лучом смерти я покорю галактику. Я должен найти высокое место, чтобы протестировать мой луч смерти. Вершина башни космопорта подойдет. Галактика скоро будет трепещать перед именем Небосонвика 10-го. Оверлорда Сатурна. Тука. Тука задумал что-то недоброе. Так, это все заброшенное здание какого-то неизвестного инопланетянина. Что нам с ним делать? Оно заброшенное. А оно считается... Интересно. Ну смотри, да, как достопримечательность, оно считается. Заброшенное здание. Записано. Облака, это облака, достопримечательностью не являются. Так. Ничего у вас тут, шушек. Так, это у нас какой-то корабельный ящик, контейнер. Возможно, упал из проходящего корабля, содержит ценности. Давайте его распакуем. И, о, возможно, тут было... Посылка от Базила Себастьяну. Такой Базили. Я знаю, что ты говоришь, мне стоит оставаться и найти кого-то еще. Что я не должен к тебе вот чувствовать привязанность. Но мысль о том, что я никогда тебя снова не увижу, я никогда не смогу жить подобным образом. Потом знаешь что? Я собираюсь найти работу в космопорту. Поэтому скоро мы увидим друг друга. Мы снова друг с другом увидимся. По скриптам. Думаю о твоем носе.
Окей. Давайте просто им шаном по голове не настучу, что мы чужие письма читаем. Все-таки это не совсем вежливо. И, возможно, не совсем этично. Так, карбона у нас здесь нет. Там что-то желтенькое светится. Но пока давайте просто обойдем. Возможно, здесь есть что-нибудь еще из достопримечательностей. А возможно, что и нет. Что здесь? Грибочки, металлические части. Все это у нас просканировано. Так, ты вот кто? У тебя можно что-то это сдать, да? Снова приветствие, друг ученый. О, похоже, тут достаточно данных. Ты сейчас с результатами? Отлично. Твой вклад в эту экспедицию будет награжден. Потребуется немножко времени, чтобы проанализировать это количество данных. Когда я буду известным, я не забуду твое имя. А как тебя там зовут? Но, как минимум, наука не забудет твое имя. Окей, ты мое имя уже забыл. Ладно, ладно, я тебя запомню. Может быть, твое имя я и забуду, но тебя самого я запомню. И лучше бы тебе иметь это в виду. Так, вот эта штука светится желтым. Окей, давайте позвоним. Давайте еще раз убедимся, что у нас для нашего инопланетянина все готово. Теперь надо пойти посмотреть в работы. И посмотреть. Так, кому? Контракты. Контракты, вот, скромное начало. Почему у нас 14 из 15? Кто из вас не принес? У вас грибы закончились. Вот оно что. Так, не проблема. Во-первых, мы тебя посканируем, чтобы знать. Во-вторых, контроллер. Ты. Иди сюда. Так, ты идешь за ним? Ты иди тоже. Начальник вон там стоит, там идет. Угадайте, что вам надо делать? Правильно. Брать и нести. Брать и нести. Хорошо, что мы проверили. И потом еще обходит. Ну, пусть так и ходит. Все, я думаю, у нас теперь достаточное количество. Давайте проверим контракты. Да, давайте поприветствуем Паймана. Окей, у нас повысили, новый перк разблокирован. Приветики. О, разве это не замечательный запах? Это место будет идеальным. Спасибо, что ты все настроил. Как только вот обустроюсь, я тебе позвоню. Ты же хочешь все это загрязнение превратить, да? Ладно, это было милое место. Вот там туалет стоит. Теперь нам надо, в принципе, больше нам грибы добывать не надо. Фруктов мы здесь. А являются ли шишки фруктами? Так, выкол. А, вы двое. Ты. Выкол. Все. Давайте еще раз проверим. Если это фрукт, теперь ресурс. Ну, пусть шишка. Шишка. Можно превратить ее в зерно. Если съест ее в улефант. Или рукой переработаем. Лазером. Ее кушают улефанты. И личинки мухи. Является ли это? Это органический ресурс. А нам нужны фрукты. Судя по тому, в каких количествах они производят эти шишки, это вполне может быть фруктом. Но кто их знает? Так, тебя мы просканируем. Так, ты Рафла. Уж, а давай один из них обработаем, пока мы здесь. Так, нам нужен кто? Нам нужно заспавнить. Заспавнить нужно экстрактор. Вот здесь. Дальше включить. Контроллер скажет, ты
Сюда иди. Ой, сюда. Ты. Сюда иди. Чтобы покрывать большую площадь. Сюда иди. Теперь мы тебя настроим. Значит, область у тебя будет большая. Пусть они собирают то, что здесь лежит. Все. А то, что они забирают то, что здесь лежит, пусть несут вот сюда. Потом возвращаются обратно. Кто будет нести? Правильно, работники. Работник, держи. Схватил, понес. Работник 2, работник 3. Понесли. Во, шишки. Давайте сразу еще их наделаем. Я думаю, они быстренько все тут понаносят. Их тут целая очередь. Вот весь штурм этими шишками забьем. И пойдем исследовать другой астероид. Там, где будет достаточное количество карбоновых кристаллов. Так, а говорят, мы что-то там прокачали. Так, здесь у нас открылись хранилища. Позволяют переводить ресурсы между астероидами. И целых два контейнера. Кажется, тут может приносить один тип ресурсов. Это что-то позволяет поднять ноги, расширить их и достигнуть звезд. Ну, пока его не разблокировали. Это будет разблокировано позднее, возможно, об этом скажут. Мы тем временем уже 20 штук довезли. Куда вы? Там уже некуда. Стоять. Все, ребят, все молодцы, свою работу выполнили. Так, нам что-то беленькое светится. Что там светится? А, это наш инопланетянин. Это наш инопланетянин. А мы отправляемся на следующий астероид. Давайте, наверное, выберем даже другое созвездие. Может быть, там будет. Другое население. Где-нибудь вот здесь вот есть одна звезда. Так, а что мы здесь теперь знаем? Что-то мы здесь говорить не знаем. Что мы здесь не знаем? Газа не знаем. Существа не знаем. Мы саму муху не просканировали, да? Нет, муху мы просканировали. Чего-то мы здесь не нашли. Много чего не нашли. Странно. Странно, ладно. Бывает. Давайте отправимся сюда. Вход ничего нам белым не светилось. В первую очередь начинаем со сканера. Смотрим, что такое может быть, что мы не исследовали. Запашный домик мы знаем. Грибы, как выглядят, мы знаем. Стэш. Хранилище нашли. Это маленькая тука. Ты предлагаешь шанс починить мельницу.
моем улетнем домике. И знаете, что случилось? Они открутили все механические части. Наверняка не был так горд и раздражен одновременно. Истинный имп воспользовался такой второй возможностью. Но, Кате... Меж Девастака, ты как бы пожалеешь. Я знаю, только... направляется в мой космопорт. Я лучше где-то хорошенько спрятаться. Иначе она пожалеет, что связалась со мной, старейшина Тако. Окей, у них тут свои дела разворачиваются. И нам определенно в полной игре предстоит их все расследовать. Ток, ты чё такое? Что ты такое? Ты куст мята ореха. Производит мята орехи. Только если муха их оплодотворила. Окей. Так, и что-то еще было. Во, а что? Камешек, неорганический ресурс. А ты? Кусок минералов. Можно превратить в обычный материал с помощью сепаратора. Мы сепаратор с вами еще не нашли. Потом мы знаем, что такое шишка. Шишки нам известны. Давайте пойдем по краю, посмотрим. Так, вот тебя мы тоже знаем. Если что-то, что мы не видели. Таких кустов тут много. Было бы удивительно, если бы куст рос один на весь астероид. Удивительно, что астероиды тут все плоские. Их нельзя обойти кругом. Газы мы же никак не можем просканировать. Но, по крайней мере, на данном этапе игры вроде как никак не можем. Есть круги с зеленью. Какие-то цветочки, но нас они пока не интересуют. Есть также есть грибы. И в целом больше тут, наверное, нет ничего ценного. Поэтому давайте выдвигаться на следующее место. Вот мы просканировали несколько частей. Нам нужно диоксид карбона где-то. Фу, диоксид карбона это углекислый газ, а нам нужен залежи. Залежи местного минерала. Где это может быть? Давайте вот это вот дорогое какое-то место. Купим его. Посмотрим, что у нас есть. Есть Холмостоко, Эллара, Винтерс. Здесь, ну, два самых чаще встречаемых. Тут есть камни и что-то еще. Здесь есть камень и корабль, и ящик корабельный. Что-то еще неизвестное. Есть какое-то одно растение, электродетали. Погнали сюда. Ну жди, мы же не перелетели, да? Мы не перелетели. Не повторяйте мои ошибки. Если хотите куда-то отправиться, сперва выберите это место. Вот так. Дождитесь, пока ваш корабль перелетит туда. А затем уже приземляйтесь. Окей, вот теперь видно, что это другая планета. Она розовенькая. И даже у нее есть какая-то гора, на которую можно забраться. Сможем ли мы на нее забраться? Давайте попробуем. Так, цветочка здесь нас все еще не интересует. Я хочу забраться на гору. Там что-то явно есть. Там, блин, ну, точно что-то есть. Может, для этого мне нужны вырастающие ноги. Дай. Так, делать двойной прыжок я пока не умею. Не знаю, научусь ли я в дальнейшем. Ну, почти же.
Ладно, если как-нибудь обойти с другой стороны. А может там просто такой же источник стоит? Кто знает. Так, есть какие-то другие деревья. Че, давайте сканер выберем вообще. Чем мучаемся? Вот, дерево Мэри Берри. Производит Мэри Беррис. Окей. У нас есть залежи железа. Есть маленькие вулканы, которые производят руды, когда извергается. Есть, собственно, рудный минерал. И кристальный минерал. А также есть еще, вот, еще один рудный минерал. Прикольно. Вот это большой, это гора, да? Достопримечательность. Большая старая скала. С этим сложно поспорить. Так, тут где-то что-то еще должно быть, да? Что тут за... Не, облачка просканировать не дает. Ты? А, сзади же сульфура. То есть серы. Сера нам где-нибудь нужна? Пока никто вроде про залежи серы не говорил. Это вот камешки. Кажется, я что-то упускаю. Возможно, мы... Во! Во, что это у нас? Контейнер, произведенный по старым технологиям. Сканер может детали об этом предоставить. Нужно ввести код. Бзгзкрт. Говорит нам эта штука. Окей, как-то... Капсула с каким-то недовольным существом, которое явно недовольно, что мы его открыли. Так, мы можем собрать руду, нам нужны кристаллы карбона. Ты... Не то? Ты не то? Ты кристалл минерал. О, нам нужен комбустер. Не, подожди, это... Это осколки карбона. В принципе, пойдет ли оно... А, ну это есть. Это есть нужные нам кристаллы. Наверху уже написано. Ну, давай тогда потащим все это далеко-далеко. Так, нам понадобится поставить экстрактор, как обычно. Сюда. И сказать, чтобы они... Что делали? Чтобы они собирали по большой площади. Самой большой площади. А ты даже встанешь куда-нибудь вот сюда. Для начала. И тебя мы свяжем. О, с той штукой, не? Я свяжем. Тебя мы свяжем. О, с той штукой. Эту штуку. Эту штуку мы свяжем. Ну, с тобой, вестимо. Теперь спавним обычных работников. И, наверное, они будут сейчас брать и нести, да? Взял, понес. Взял, понес. Взял, понес. Ну, давайте побольше этих взял, понесов. Все, они понесли. А наш счетчик кристаллов карбона должен... увеличиваться. Так, нам надо целых 18. Давайте еще риботов заспавним. И можем еще одного. Все. Пусть выполняют свою работу по переноске.
Вот уже три штучки есть, и они возвращаются. А остается немножко подождать. Шесть штук уже доставили, осталось всего ничего, всего лишь 12. И же нам там 5 штук уже несут. А, ну не все из этого, конечно, нужны нам кристаллы. Вот коня. И понес куда-то обратно. Куда понес? Вот эти нужные несут. Они молодцы. Ближайший к нам товарищ несет снова не то. Ну, уже не ближайший, его обогнали. Ты молодец. Вот ты не очень. Ты тоже не очень. Возвращайся. Вот не, не надо. Так. Осталось всего 7. Как будем сказать, чтобы несли только нужное? Или они имеют нам пропы ошибок будут? А что если они тогда все схватят все ненужное? Надо будет тогда, наверное, переставить экстрактор. Ты не прав, ты не прав, ты молодец. Ты не молодец, ты не молодец. Вы все какие-то не очень молодцы. Это не молодец. Чё? Слушай, но... Иди сюда. Я придумал. Я придумал. Не, не сюда иди. Я что придумал? Мы, скажем, первую команду брось, а потом бери. Неси вон туда же, да. Все с ней что-то взяли? Должны будут бросить и взять что-то новенькое. По крайней мере, в теории оно должно работать именно так. Отойди. Давайте посмотрим, получилось ли у нас. Потом начнем немножко подзадумываться. Так, вошел. Бросил. Подобрал что-то новенькое. Во, они так меняют хотя бы, что тащат. Не с идеальным результатом, конечно. А мы можем тогда сделать фишку. Давайте возьмем спаунер. Нам где-то надо сделать. Так, ты. И ты уходи. Мы вот здесь заспавним. Еще одного начальника. Вот он, господин начальник. Этот господин начальник будет говорить. Вот, а то, что принесли, вы роняете рядышком со мной. Вот. Годится. И направляю их всех. Направляю их всех вон туда. Вот к нему направляй. Так. А ты, почтовый ящик, если тебе не нравится то, что тебе принесли, они к тебе пошли, пусть они сюда идут. Вот. Давайте посмотрим, как это работает. Это принес нужное, он молодец. Отправляется сюда, тут ему ронять нечего. Поэтому он идет дальше. Из этих троих один несет то, что нужно, двое несут то, что не нужно. Они один сдает, а все такие: о, нет, от нас этого не хотят, и пошли дальше.
Они доходят до вот этого господина начальника. И такие, ну я положил. Я тоже положил. И пошли дальше уже с пустыми руками. Идеально. Они не будут складывать все ненужное в том месте. А значит, концентрация нужного там будет увеличиваться, они быстрее сделают. А мы тем временем выполнили задание. Давайте откроем наши работы, контракты и поприветствуем Тревера Неаполитана. Новый контракт доступен в космопорту. А ты пафосен, товарищ. Здрасте. О, тут-то классно. Тревору здесь будет уютно. Вскоре Тревор оседлает волну вдохновения. Удачи тебе, Тревор. Если что, помнишь, как бы переезд всегда доступен. Ну, а мы, наверное, возьмем спаунер. Нам хоть доступна новая вещь в спаунере. Сортировщик. Делает петли более эффективными. Сортируя работника, основываясь на том, удерживают ли они особый предмет или нет. Во! Так мы можем развивать наши цепочки. И выполнять квесты более эффективно. Ну а пока давайте отправимся в космопорт. Забрав при этом всех... Ну, скажите, стало энергии в два раза больше. Конечно, можем много созданий спавнить. И строить что-то прям невообразимое. Так, давайте вернемся в космопорт. Так, мы хотим сюда. Мы выполнили квест, как минимум королевы. Здравствуй, космокиса. Так, вот у нас возникли новые ребята, которые хотят найти домики. Они все весьма странные. У тебя синий. Приветики. Как ты поживаешь? Привык уже к новой работе. И? Извини, если я настырчив, настырен. Прошло долгое время, прежде чем с последнего раза, как у нас был новый работер. Поэтому вот, любопытствую. Я Базиль, собственно, собственник этой скромной группсерватории. Твоего дома, Тали, от дома? О, это место выглядит... ржавенько. Надо было извиниться, конечно. Ну, никогда было таким современным, но не всегда было таким плохим. Крушение корабля сделал вот таким вот. Я тебя не обвиняю. Как бы в этом ничего не мог, наверное, это не могу указать, но могло бы, в принципе, выйти лучше. Да, я его починю для тебя. Ты действительно хочешь делать? Это было бы просто очень добро. Мог бы ты собрать немножко каких-то мыло-груш. Они всегда пользуются высоким спросом. И груши в этом порту просто не срезают. Окей? И я не знаю, где мой поставщик, куда сбежал мой поставщик. Оставил даму в том, что им так нужно, как грубо. Ладно, если они продут, будут хорошо продаваться, я смогу использовать денежки, чтобы обновить это место. Окей. Так, ну мы хотим что сделать? У вас есть новые квесты? Новые квесты — это хорошо. Нам бы найти королеву. Вот. У тебя заполнен знак вопроса, означает, что задачу для тебя мы выполнили. Приветики. Так, что, ты уже закончил? Я помог нескольким людям. Неплохой работник, да. Ты в конце концов можешь быть полезен. Итак, прошло время, чтобы мы начали обновлять это место. Не пойми неправильно. Я все еще
ты мне все еще не нравишься. Но ты... не так уже плох. Малыш, работяр. Окей, все, ты начнешь обновлять? Так. И как вы получите деньги на обновление? Я получу деньги от тебя, от того, что ты будешь работать на меня. Ладно, ладно. Я думаю, мы посмотрели достаточно этот чудесный, милый, уютный мир. Это короткая демка игры. Реботы. Маленький сниппет с самого начала игры, но разработчики обещают, что будет намного-намного больше всего в полной игре. Если игра понравилась, можешь добавить ее в список желаемого. С любовью, команда Flat Ponies. Йо-хоу! Большое спасибо вам за просмотр, ну а мы увидимся!